Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Предлагаю вам ролик, который я назвал «Русский Тесла. Предупреждение». Продолжаю вас знакомить с очень интересным человеком Александром Кугушевым. Сейчас он маленько вам расскажет, что он думает. Я ему написал, спросил, какое его мнение о моей теории про шпили. Сейчас он вам расскажет немного о шпилях, немного расскажет о Москве, о Санкт-Петербурге. Короче, это будет маленькое предупреждение. Смотрите на здоровье. Подписывайтесь на канал Александра. Я думаю, будет очень много интересных вещей, которые он нам расскажет. Начинаем просмотр. Сейчас тут 20 пунктов. I making Rose Russo. After finito, I translate. Because this 20 пунктов. Специально для романа. Шпиль. Так, как бы его быстро рассказать? Как это работает? Шпиль на церкви. Купол медный. Чем больше людей в церкви, тем лучше работает эта система. Потому что когда люди имеют одну мысль, ток направлен в одну сторону, в результате чего в куполе возбуждается ток, и по шпилю от острого угла идет в небо. Например, люди пришли в церковь и просят дождь. Дождь – это мысль одного направления. В зарядах нет вот плюс-минус, но чтобы было понятно, рассказываю так. Плюс. Этот плюс действует на медный купол. На куполе возбуждается ток, идет вверх. Вверху, там, на облаках. Биоты включаются. Биоты – это микросущества, которые являются родителями воды. Они соединяют нужные элементы, и дождь идет. В общем, два результата. После того, как люди пожелали дождя или просили дождя, он пошел. Но второй результат. Эти же люди верят и несут деньги в церковь. People, money, church. Church. То есть вера у них. То есть работает отлично. Причем, что интересно, вот эта система, она еще и лечит, потому как все болезни связаны с нервной системой. Это я как-нибудь расскажу. Теперь идет бутылка. Более поздние или ранние, вернее, церкви, у них были секреты. Они брали бутылку толстотенную, выкачивали из нее воздух, вставляли электрод. Без воздуха вставляли электрод. И получался вакуумный конденсатор. Медную фольгу в землю, а это присоединяли к шпилю. Со временем здесь накапливались заряды. И потом, это понятно, да. Разряд – это огонь божественный. Теперь, 3000 лет назад, это когда Китайская стена была граница Руси, России, были говорящие церкви. Это тоже легко. Кстати, потом вот это все Никола Тесла
копировал и запатентовал как свои изобретения. В том числе диод. Чтобы говорящая церковь была, там нужен диод. Диод работает. Кстати, вот таких диодов в мире нет. This hour magnetic diode. Никола Тесла not understand. This is copy from Natura. А у Никола в церкви активные заряды проходили к пассивным, а пассивные заряды они не проходили. Поэтому получалась говорящая церковь. Так, теперь человек. Все биопрограммы произошли 650 миллионов лет назад, в том числе человек. Человек был без шерсти, поэтому он был вынужден овладел огнем он. И так далее. Так, шестое. Не вижу, что это такое. Ладно. Идем дальше. Россия. Что это такое? А, болезни. Это нужно много времени оставить на потом. Теперь для жителей России и так, так, вот здесь еще Израиль. Значит, евреи, Jewish, due mode, два вида, хамиты и семиты. То есть семиты это хорошие, наоборот, хамиты хорошие, а семиты ближе к секте. У них там, когда 40 лет водили по пустыне, их зомбировали, они забыли своих родителей и так далее. Our friend Freddy, масон, open in Ukraine, Днепропетровск, масон and Chabad, in Ukraine, three, Харьков, Днепропетровск и Умань. А в Киеве это я не знаю. Может быть. Что они там делают? Вот это для Москвы. Самосинхронизация. Это называется зов толпы. Лидер проплаченный. Он же устраивает колебания между людьми. И потом эти люди на разрушение чего-то. Это будет в Москве на еврейский праздник. Дальше вот здесь два нужных нам города, который предупредить Москва и Санкт-Петербург.
Так, начнем. Вот все надо начинать отсюда. Вес Луны и вес планеты. Вот сейчас планета ближе, поэтому весы уравновешены. Мы знаем, что вес планеты меньше, уменьшен. Нужно ожидать пол землетрясения везде. Когда Луна будет отдаляться? Она уже начала отдаляться. Для Италии not this years. For Italy, no. Relax. Now USA and Russia. Русия растягивается. Литосферные плиты растягиваются. Соответственно, континенты растягиваются. Москва. Под Москвой аква, море, маре, аква, вода, здесь вода, а под Санкт-Петербургом болото, газ. Вот когда газ находится в подземных хранилищах, метан, метан не слышно, поэтому когда Терра растягивается, они вот эти сжимаются, и газ выходит наружу. А так как там в Санкт-Петербург будет два газа, один слышимый, другой неслышимый. Вот этот неслышимый носом есть метан. Метан поваляет всех людей, может повалять, но для этого надо, чтобы не произошло, надо их как-то предупредить. Это будет этим летом. This summer. Газ. Be careful, people. У каждого человека должен быть прибор на газ. А если слабый здоровьем, тогда еще и кислородную маску. Так. А, святая Матрона сказала, умрут, упадут без войны. Тут, чтобы этого не произошло, нужно это делать. Так, еще роман что-то. А, здесь описание на русском языке. Дата 24.10. Remember. I tell about terremoto. Terremoto 26. Я не ошибся. Я сказал после, допо. Так что все правильно. И он везде происходит именно так, как я сказал. Например, 4 миллиона жителей без воды. Это Чили. Чили. This my camera. Вот он Чили. Значит, Колумбия, Перу, Аргентина и Чили. В Чили next year terremoto. Big terremoto in Chile. And nuclear explosion in USA. Ядерный взрыв должен был быть, но его спасли. Вот когда пробило плотину в Калифорнии, вода должна была попасть в ядерный реактор, от чего должен был произойти взрыв. Ну вот люди спасли, они как-то там умудрились. Это пока. Потом будет вот здесь, Юкатан, падает земля. И возле этой стоят 15 реакторов по очереди. 50 реактор. Ученые об этом знают, но они считают деньги, какие могут быть убытки. Умрут или не умрут, их это не интересует.
Дальше. Так, что тут боком написано? А, вот здесь Уральский хребет. В следующем году этот хребет будет падать. Потому растянуто, на границах будет падать Италия, вот, Альпы. Ты представляешь, какая катастрофа будет в Европе, когда упадут Альпы? Your image when quando fell Alpi mountain. Very big catastrophe. Здесь тоже. Россия. Так. О, Кримея, моя территория, это, you remember in Bari, как я его, Святой Николай. Сан Никола. Сан Никола. He is Italiano persona, Матвей, фурто мощи, украл мощи здесь и перевез в город Бари. Ho rubato la mia qui e ha portato alla città di Bari. И причем царь потом это все одобрил, еще и построил церковь в Бари. Надо было приготовить. Ну ладно. Вот сюда привез. Фурто. Здесь и вот сюда. В общем, предупреждаем людей, жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Здесь будет половодье, большое половодье, наводнение, а здесь газ. Апостол.